Рискованный через центр, но проходит шайба. На Хартикайнена. Манинен рвется к воротам, бросает и забивает из-под Светберга. Первая шайба в сегодняшнем матче, заброшенная в равных составах, и какой эффектной она получается. Небольшого, миниатюрный Манинен против гиганта Светберга, но мастерство, координация, скорость, конечно, у Манинена в разы лучше, что он сейчас и демонстрирует.